Дворик спит. Время сейчас 20 минут 4 утра. Сейчас приедет такси, мы едем до Бангкока, до аэропорта. 2 часа. Потом час на шаттле до другого аэропорта. Потом вылетаем в Малайзию, в Куала-Лумпур. Едем с ребятами из Финляндии, с нашими друзьями. Короче, 4 дня мы будем болтаться. До отъезда домой в морозы остался ровно месяц нам. Такси. Мы едем, Наташа, на твоей машине? Наташа, Серёдочку, да? Я наконец начинаю блогерствовать. Все, в путь, всё. Ребята. Ну все, мы подъехали. Все, мы приехали. Капун-кап и... Приятно в аэропорту, что знаешь, что мы не домой летим, а что мы куда-то дальше летим. Да. Скоро солнце встает, зайдет. Час примерно ехали. Лето нам надо распечатать еще. Аэропорт Дон Муан. Короче, это priority pass от этого аэропорта. В Новосибирске, наверное, раз в 30 скромнее. Но большая часть не наша еда. Мы не в тот priority pass зашли. Короче, вкусноты такой галигольные. Вкусноты я пока не ощутил. Вот в Бангкоке, в самом Бангкоке, в аэропорту, там классно, все было хорошо, блин. А тут какой-то специфический, по-моему. Первый стоит. Первый раз такое. Так, ну и что, нашла места, Наташ? Внутренние авиалинии. Вышли. По разным местам все сели. То есть в Таиланде это все как-то четче. Тебя даже проведут и посадят на твое место. А здесь билеты забрал, и все, до свидания. Первые шаги по Малайзии были вверх. Это автовокзал Куала-Лумпура. В какой-то муравейник зашли мы. Если честно, мы не знаем, что это такое. Думали автовокзал, спросили нам направление примерно, сказали, нужно монорейл, типа монорельса, не знаю. Это что такое, Виталий, вообще вот это? Автовокзал, торговый центр, да, или да. Это муравейник какой-то, все это помесь, ну, тут, смесь? Ну, в принципе, знаешь, у нас тоже в Хельсинки стоит центральный вокзал, вниз в подвале, остальное, понимаешь, магазины. Короче, внизу нас отправили наверх, пришли наверх, отправили вниз. Экспресс Ортега Прабуту, Центр Маркет. Рингиты. Рингиты, доллары уже. Доллары. Мы не знаем, сколько тут ехать. Он точно понял отель? Говорит, да, Pacific Express. Но мы тоже вот в прошлый раз здесь брали такси, вот в этом месте. Вон я есть в отражении, вон того желтого, вот мы на крыше стоим. И вот я машу рукой, да? И вот мы на крыше. Куала-Лумпурского отеля, такого скромнячего уж чересчур, что это самое, короче, мы живем, даже окон, у нас даже окон нету. Я говорю, у меня на ресепшене, мне, говорю, вид нужен красивый на улицу, nice view to street from window. Они говорят, no window. Я говорю, как, короче, пришли, окна нету. Утро сегодня было тяжелое, но необычное. 12 час. Первый час. Я маленько отхожу еще. Окей. Давай.
Идем на башню, на самый верх. Ух ты! Уши заложило, да? Уже у меня тоже, но... О! Наверх нас не пустили, потому что дождь. Сейчас заехали на такой высоте, мы на обзорной, получается. Сейчас подождем, когда дождь пройдет. Вон туча висит. Кончится. 421 метр у нас получается, докуда мы не доехали. А вон они в Петронасе эти стоят. Где-то вот здесь вот, да, находимся. Да-да. Или вон туда. Самые высокие мировые башни у нас получается в Токио. 634 метра. Самая высокая. Кстати, Останкинская башня у нас 540 метров. На четвертом месте она по высоте. А мы находимся сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6 на седьмом месте. По высоте наша, где мы сейчас стоим. Да, да, да. Ну и вот они пошли тут. Киев, Ташкент, Алматы, Рига, Берлин. И вот самая маленькая, 165 метров. Тоже в Малайзии, кстати. Монорельсы. Получается, на выходе, ну то же самое, что мы делали вот. В этом, в Кохаме, в Германии. Ну вот, вот. Мы евро прокатывали, она плющит ее. 5 рублей. Давай ее, давай. На Бату? Окей. Чик. Можно сделать дырочку и медальон. India is the same like this. Yeah. Same. Because you go to, you can buy here. В очереди стоим, да, в стеклянную комнатку эту. Давай, Виталя, смелее, смелее. Ну, стой. Так а ты же говорил, Дяш. Ёперный сатэ. Так, я даже я вниз не смотрю лично. Мне вообще не страшно. Тихо-тихо, я это... Тихо-тихо. Так вот сейчас уже не страшно. Да вообще нисколько даже. Так. Оля. Это мы внутри Петронаса. Башни-близнецы. Все фотографируются здесь на фоне вот этой красивой штуки из нержавейки. В Таиланд прилетели с Малайзии. Короче, в самолете мы одни русские. Все остальные не русские. А летели мы 2 часа.